Хорош, хорош, хорош. А как мы прыгаем, наверное, на парашютах, да, или что? Да, парашюты там лежат, три штуки. Я понял. Давай 700 метров набираем. Бля, по нам работа. Обновил, метка стоит на ПТР на острове. Ну, немка, тактический спецназ. Мы выпрыгнули прямо на него. Сейчас его будет видеть уничтожать РПК. Попали по ПТР. Ты бы видел, как Детус побежал в рогате, это просто... Сука, как в мультике, даже соскользнул аж, блядь. Ну да, зону. Значит, у них на юге сейчас народ пойдет. Враг, здесь враг! Бля, да свои, нахуй, рот, бля! На момент проезжания мимо места засады нас обстреляли, как бы, есть раненые, плюс попытались подорвать гранатами. Так что да, актуально, работали по нам с калашей. Он разбился, нет? Да ёб***ь, сошки! Чё, блядь? Я вот вижу, где Хайлюк стоит, но я не вижу пехоту. Морры! Алло. Шалом, морры! О, М24 надо? Какое-то тело бежит в вашу сторону с... А там вот возле камня еще один стоит. Он очень похож на врага. Светлый, другой темный. Развернись, кто сидит за камнем? Блядь, наши убили. Бзас, аккуратно, тут снайпер сидит. Если ты услышишь, что меня убили, то все, в камнях будет сидеть. Так, на цене 20. С собой центр. У меня РШГ тупое. Бэху вижу, ебаный ст... Есть чем, она тебя видит? Да. Ну, как опять? Она, наверное, ничего сделать не может. Я не думаю, что не кончит. Ну, труба она мне мотает. На мою метку выходишь, бэху взрываешь. Она вниз, надеюсь, не смотрит, да? Нет, она 300 метров буквально. Ну, и тебя, я думаю, что ты сможешь ее сделать. Техника, брат. Где? Брат, блядь, на запад 280. Вижу. Вижу. Заведи ОГшку в нее. Пусть не Зиду съезжает, пусть не чает. Вот сейчас бы надо было тебе кидать. Я взорвал ее. Поднимаемся, и вон бэх стоит. Так, все, не понял, ну-ка. Блядь, вот хуй метров 250. Да, наверное, где-то. Метров 250, о, 250. Да. Аллах Акбар. А, подожди, нафиг. Мне что за снаряды? Вэлка? Вэл, наверное. В камень, топ. Бля, ты там, у меня две трубы еще есть. Ну все, давай, взорвай с первого раза. Я надеюсь, это не наши ех. Все, добей. Погнали. Кинь ее в бункер стрельни, самый левый. Мясушка. Ты живой? Пиздец. Это по мне.